Она становится среди старших в первых рядах. Иногда умудряется унесоску выхватить. Не запутаешь. Я все знаю. Подожди, подожди. Ляля, подожди. Сейчас. Жуля, ты поела, не ври. Не поела. Сейчас, Машарка. Ляля, сейчас, подожди. Не торопись. Ляля, не лезь вверх. Имей терпение. Скажи, я терпела. Давай, у меня все лицо в слюнях. Герда, я знаю, что ты знаешь. Сейчас, подожди. Ты же уже поел, да? А я хочу еще. Еще хочешь? Сейчас дойдет. Так, ешьте вон ветки деловые какие, колбасы. Сейчас он на кухне. Герда, ты же знаешь. Снизу. Герда, снизу. Нет. Вот так. Все приучат. А как же? Самое голодное никогда не кормили. Никогда. Тиля. Самый большой из таза пьет, да? Да. Ждет. Морковку первый есть начал. Так. Все, молодец. Сейчас утоплюсь, да? Стоп. Не надо есть пупку, она невкусная. Глаза. Дюська, грязно, потому что... Пусть засыплю, не будет ничего там в глазах. Да, первый слой уже прошел, а тоже не по колено, по щиколотку там были. Вот, сейчас раз и все. И хорошо. Вот не надо было торопиться, когда сосала. Он, по-моему, все время кашляет. Не, они по, это самое, они торопятся. Во-первых, они на горлом сюда нажимают. Во-вторых, они глотают, как сумасшедшие. А вот никогда молока не давали, да? Никогда не давали? Герда. Тебе молока никогда не давали. Нет. Жалуются. Чего не доели ветки-то? Сейчас еще же принесу. Не надо растягивать удовольствие. Веток много. Куда? Куда ты ездишь, Стас? Куда? Это не твое. Тиля, подходи. Тиля, не лезь. Вы вдвоем не уместитесь туда. И ты не лезь. Тиля, Тилечка, не лезь туда, пожалуйста. Все, вылезать, говорит, но надо.